Всем ассаламу алейкум, уважаемые друзья, всем хорошего настроения. Мы, конечно, с опозданием. Мы сами все видели, что творилось на UFC 274, что Майкл Чендлер, конечно, как бы не было об этом ужасно говорить. Снес бошку ветеран UFC Тони Фергюсона, друзья. Также Чарльз Оливейра задушил Джастина Гейджи. Но мы об этом позже поговорим, возможно. Ислам Махачев против Чарльза Оливейры. Давайте сделаем небольшой прогноз. Борьба Ислама Махачева находится на высшем уровне, друзья. Он, если повалит своего соперника, он уже не отпустит. Вы сами это все видели в боях, которые он показал с такими бойцами, как Бобби Грин, Дэн Хукер, Тиаго Мойсес, Армян Сарюкян. И также он вырубил Глисона Тибала, так что удар у него на высшем уровне. А что говорит о Оливейре? У него действительно бои просто ужасающие, просто кровавое мессиво. О нем нельзя говорить спокойно, действительно, он, если его повалить, он крутится как спиннер, может задушить с любой позиции. Также кому мы дадим предпочтение? Конечно же, нашему земляку Исламу Махачеву. Конечно, вы все скажете, что бои — это харам. Ну, у нас есть просто спортивный интерес. За кого вы будете болеть, друзья? За Чарльза Оливейру или Ислама Махачева? Оставляйте свои комментарии. Всем хорошего настроения. С вами был Тагир Адильгереевич.